Держимся дома, дома люди. И благую ведьму возвещали, а за это им давали куличики, яички, все, спасибо, чем Бог одаривал этих певцов. И, конечно же, сегодня мы куличика и яичек не получим, но аплодисменты ваши большие глазки пусть нам очень большие поддержки. Спасибо большое. А мы хотели бы, чтобы, так как это духовная тема, чтобы у каждого из вас на этой площади было внутри бодрость духа, крепкое здоровье и настрой на лучшее. Сейчас поем для вас хан 17 века, петровских времен, который как раз повествует события, о событиях от Ветхого Завета к Новому. Слова очень простые, повторяющиеся, поэтому присоединяйтесь, чтобы у нас было общее время. Когда во мне был бы Дух Святый, я бы верил. Thank you.